В 22 районах области зафиксированы очаги клещевого боррелиоза. Это инфекционное заболевание характеризуется поражением кровеносной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем и опорно-двигательного аппарата. В списке очагов заражения попал и Саратов, где опасность представляет лесопарк «Кумысная поляна». Медики напоминают, что до сих пор вакцина от этой болезни не изобретена. И единственной мерой профилактики остается физическая защита от клещей. Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют по возможности отказаться от выездов на природу, поскольку в конце апреля, начале мая наблюдается пик активности насекомых. А также за чертой города носить плотную одежду и обувь, полностью закрывающую ноги.